Манчестер Юнайтед будет здесь товарищеский матч. Я хочу пойти с Дэн Чинем. Как думаешь, Чин Сеуси влюблена в Убасуна? Дэн Чин, подожди, пойдем домой вместе. Если Чин Сеуси влюблена в Убасуна, в нашей компании будет парочка, да? Держи. Сколько? Я не буду любить лишь тебя всю свою жизнь. В этот раз я просто в бешенстве. Если заговорю с ним еще раз, то стану как собака. Смотри, что я тебе купил. Взгляни. Вау, спасибо, папа. Что ты написал на той бумажке? Я не хочу играть в эту игру. Мне нравится кое-кто, но это секрет. Я люблю Чен Сяоси. Я не хочу играть в эту игру. Доброе утро. Выглядишь как панда. Ты ночью кого-то ограбила? Нет. Я всю ночь училась. Значит, сегодня ты не будешь у меня списывать. Еще чего? Его снова нет. Быть спортсменом классно, но уроки ходить не надо. Ну сколько можно дуться? Тишина. У меня для вас объявление. На следующей неделе к нам приедут гости. Поэтому мы проведем мероприятие, где вы покажете свои таланты. У меня нет, а у тебя есть. Да откуда? Но будет ли? Оно полезно для вашей учебы. Так что я организовала конкурс дебатов. Для развития вашего критического мышления. Староста ответственна за организацию. Ли Вэй, ты подготовила список участников? Учитель, мы с Цяо Лу хотим участвовать. Но я еще не спросила Дян Чинь и Джао Диньхань. Дян Чинь, Джао Диньхань, после подойдите к Ли Вэй. Есть еще желающие? Подними руку и иди в группу Дян Чиню. Хорошо. Если вдруг захотите, скажите об этом старости. Ты сегодня такая тихая. На тебя не похоже, Чин Сяоси. Свидание плохо прошло? Не в этом дело. А в чем? Я ошиблась. Что случилось?
Я думала, что написал Дзян Чэнь, но это был Вобо Сун. Вот черт! Вот это перипетия судьбы. У меня тут проблема, ты философствуешь. Ладно. Что будешь делать? Без понятия. Как насчет... Постой-ка, дай-ка подумать. Что же делать? Ты чего? Не оборачивайся, там Вобо Сун. Собираешься всю жизнь от него бегать? Вы в одном классе видитесь каждый день, как тут спрячешься? К тому же, думаю, это плохая идея. Я знаю, это не выход. Но если мы обсудим это, то дружбу уже не вернешь. Может, просто согласишься? Посмотри на Вобо Суна. Красавчик. А тело какое? И зарабатывает десятки тысяч за гонку. Ты хоть знаешь, сколько это? Да можно всю столовую скупить. Столовая за одно соревнование, а за два? За кого ты меня принимаешь? Куча столовых. Ну тогда я, конечно, подумаю об этом. Да ну тебя. Но Дзян Чэнь для меня как целый супермаркет. Что ж, на сегодня все. Урок окончен. Хорошего дня. Пойдем домой вместе. Ливэй ждет меня на лестнице, чтобы обсудить дебаты. Тогда я пойду. А ведь ради тебя я от целой столовой отказалась. Пойдем домой. Мой супермаркет ушел с другой. Неплохо смотрится. Замолчи, или я побью тебя. Владелица супермаркета сменилась. Прекрати! Вобо Сун. Ты чего? Все время здесь. Поругался со своей девушкой? До скорого! Дзян Чэнь, ты забыл свою тетрадку. Спасибо. Думаю, нужно отредактировать порядок выступления. Обсудим это в классе после уроков. Ладно. Мы уже 100 лет не ходили домой вместе. Ревнуешь? Так присоединись к ним. А что я могу? Я даже спор выиграть не в состоянии. Ты можешь быть помощником, приносить воду или чай. И Дзян Чэнь увидит тебя, как только повернется. Вам не нужен человек, который будет вести записи и приносить воду? Нет. Я тебя спрашивала. Пусть Чэнь Сяоси вам поможет. Она не была на дебатах. Ей интересно. Можно? Конечно. Нет проблем? Нет. Джао Диньхань, не против, если Чэнь Сяоси присоединится к вам? Чэнь Сяоси, каково твое мнение? Мое? Ладно, я выскажу свое мнение. В этот раз мы оппозиционеры. Я думаю, что хорошие оценки важны для учеников.
Но гораздо важнее – это совершенствование талантов. К примеру, у Дзян Чжуншу, известного китайского писателя, было лишь 15 баллов по математике, но он все-таки остается известным писателем. Точно. Вот еще пример. Я про нашего лучшего ученика Ву Босуна. И пусть у него 9 баллов на экзамене, он остается национальным чемпионом. Это интересная точка зрения. Продолжай. Он уже национальный чемпион и очень успешен. А это значит, что ему больше не нужно беспокоиться о будущем. Нет, это не совсем так. Просто он сделает хорошую карьеру. Потому что он стартовал с верхов. Мне надо идти. Дзян Чэнь, постой, я тоже пойду. Дзян Чэнь, подожди. Чего вдруг так резко засобирался домой? Ты злишься? Нет. Это потому, что я заговорила о Ву Босуне? Нет. Пап, попей. Ты принимал участие в конкурсе дебатов? Что? В конкурсе дебатов. В дебатах? Наверное, мне не стоит хвататься. Мое красноречие было поистине завораживающим. Это правда. У тебя есть какие-нибудь убийственные приемчики? Встань. Зачем? Ты пульт потерял? Первое, застань их врасплох. Тем самым смутив. Понятно? Хай! Чего? Второе, будь устрашающей и очень сокрушительной. Затем... Ты куда? Мам, почему я не могу найти носки? Ни к одному нет пары. Живее, а то опоздаешь. Просто найди любую пару. Теперь я буду пропонентом. Мы считаем, что учеба — наша единственная задача, как студентов. Оценки — есть стандарт проверки стремления к цели, а также фундаментальная задача. Еще не уехал? Вот, собираюсь. Возвращаешься домой без Верика? Да. Не хочешь куда-нибудь съездить? Это новый велик Дзяньжуя, и мне нужно помочь ему приспустить шины. Я хочу на речку. Залезай. Ты завтра придешь в лекционную? Нет. Почему? Просто так. Чэнь Сяоси, сядь ровно. Сяоси, ты сможешь вести человека на велосипеде? Могу. Значит, повезешь меня. Будет трудно, у тебя ноги длиннющие. Держись крепче.
океан! Я бегу! Это речка. Что ты делаешь? Разуваюсь. Вода уже теплая. Ты чего? Думаю, вода еще не совсем прогрелась, так что... У тебя в носке дырка. Я не смогла найти целое с утра. Поэтому не хотела разуваться. Жесток. Разве порядочный парень не должен поделиться одеждой с девушкой? Дзянчэнь, смотри, у меня нет рук. Дзянчэнь. Вубасун. 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 Ты звала меня? Сяоси. Что такое? Ты в порядке? Дай посмотреть. Нет, так не пойдет. Пошли в медпункт. Ты в порядке. Просто ударился головой. Пустяки. Но у него скоро соревнование. Это ведь никак не скажется. Его лоб слегка опух. Это мелочи. Позже можешь вернуться на занятия. Нужно кое-что уладить, и я вынужден отлучиться. Подожди. Я видела твою бумажку. Прости, я не люблю тебя. Если ты ненавидишь меня, я пойму. Пожалуйста, не будь таким. Ты ведь это несерьезно. Я ж пошутил. Правда? Никто бы не стал играть в эту глупость. Ты знаешь, сколько я получаю подарков после каждой гонки? Ты до смерти напугал меня. Что за реакция? Неужели это так ужасно нравится Конечно, мне? Конечно, твои фанатки меня порвут на куски. Обещаю, этого не случится. Не трогай волосы, испортишь прическу. Не волнуйся, ты всегда будешь моим боссом.
Но я пойду. Сяоси, думаю, история Вубасуна – хорошая тема. Ты ведь с ним общаешься. Можешь собрать побольше историй о нем и копнуть немного поглубже. Мы используем это на конкурсе дебатах. Хорошо. Вы уже совсем разобрались? Ага. Это было недопонимание. Думаю, что-то не так. Что? Все нормально. Как сосед Вубасуна? Что ты думаешь о нем? Думаю, Вубасун крутой. Почему? Потому что ему не надо на уроки ходить. Как соседка по парте спереди? Что ты думаешь о Вубасуне? Он начал с нуля и стал героем юношества. Почему ты столь высоко мнение о нем? Не твое дело. Не твое дело. Рот закрой. Вот злюка. Вубасун отличный пловец. А ты что такое? Очаровательный маленький дикий кот? Мяу. Мяу. Вубасун. Сюда. Могу я задать пару вопросов? Ты начал учиться плавать, когда тебе было 6, так? Ты плакал, когда плавал? Таким образом, смешав соленые слезы с водой в бассейне? Нет. В детстве мне нравилось находиться в воде. Это потому, что ты был слишком маленьким и не помнишь. Плакал, когда плавал. Ты ломал ногу, когда тебе было 10 лет, и думал, что распрощаешься с плаванием навсегда, но ты снова вернулся в строй, благодаря настойчивости. Я не ломал ногу. А руку? Руку тоже не ломал? Однажды сломал руку. Ты страдал? Какими-нибудь фобиями? Тебя не тошнило при виде воды? Или хотелось ударить по стене, услышав выстрел судьи? Булимия? Анорексия? Да, есть одно. Дай подумать минуту. Хорошо. Ну уже говори. У меня судороги от слишком холодной воды. Однажды была психологическая травма. Что ж, не буду больше отвлекать. Удачи! Кому воды? Поставь вон там. Спасибо. Учительница сказала, что тема в этот раз пространная, так что начнем с разработки нескольких стратегий. Думаю, история Чин Сяоси Вубасу недовольно хороша. Он известен в нашей провинции. А также он один из нас. Он близок к нам. Поэтому я поручила Чин Сяоси приготовить материал. Сяоси, ты готова? Я считаю, мы должны начать с исторических личностей, потому что ему такого не достичь. Исторические личности? Звучит отлично, а? Через 100 лет Вубасун станет легендой. Тогда как ты станешь лишь надписью на нагробии. Не твоего ума дело, понятно? И что с того? Довольно. Нам нужно выслушать мнение других. Думаю, история Ву – хорошая идея, но можно начать с разных точек зрения.
Мы можем привести больше примеров исторических личностей для контраста. Что такое? Живот заболел? Напиток. Что-то с ним не так. Не пей его. Сяоси, ты его купила? Я не знаю. Это не важно. Веди ее в медпункт. Пойдем в медпункт. Возьми бутылку, из которой пила Сяолу. Это не твоя вина. Сяолу отсутствует по болезни. Но наш конкурс дебатов начнется уже завтра. Кто хочет занять место Сяолу? Учитель, Сяоси. Она помогла ему готовиться. Она справится. Хорошо. Чин Сяоси, будь готова. Дзян Чэнь, позже дай ей пару советов. Хорошо? Хорошо. Я буду очень стараться. Луян! Стоять! Назад! Сюда! Ты чего убегаешь, а? Ты чего убегаешь? Теперь наш Бин Лу научился бегать. А где Рис? Вы с ним расстались, да? Джоу Юэ, я дал тебе денег. Этого недостаточно. Нужно доплатить. Это все, что у меня есть. Издеваешься, эти гроши? Серьезно? Это кто? Это ты кто такая? Подойди поближе и узнаешь, кто я. Слушай, я девчонок не бью. Сегодня я отпущу тебя. Пошли. Чего встали? Бежим. Луян, держи меня. Выкладывай давай. Да. Да. Да пустяки это. Не стоило устраивать общий сбор. Не трать наше время, говори уже. В детстве у меня были проблемы со здоровьем. И мама не выпускала меня на улицу играть. И я играл в компьютерные игры. Очень любил КС. Я проходил ее сотни раз. Тогда я был дрящом. Потом были те, кто издевался надо мной в школе. Джао Йо был одним из них. Мне было страшно, и я кое-что придумал. В контре было два персонажа. Один Бин Лу, а другой Рейзер. Я назвал себя Бин Лу, а Рейзера звал Ризом. Когда Джао Йо издевался надо мной, я сказал, что Риз отомстит за меня. Понятия не имею, как он узнал, кто такой Эрис. Он смеялся надо мной, называя психом. Желающих дружить со мной стало еще меньше. Как-то они спустили с меня штаны и затолкали в женский туалет. Я не хотел говорить вам, потому что это унизительно. В детстве у меня было мало друзей. Я счастлив, что у меня есть вы. Я думала, это что-то серьезное. Казалось, будто ты убил кого-то, когда был маленьким. У кого в детстве не было выдуманного друга? Я представляла, что Ханава мой парень. Он покупал мне вкусняшки. Точно. Я представляла, что я седая девушка. Я приделывала сзади метлу, как хвост. Папа отнимал метлу и бил меня ею. У меня еще хуже. С меня штаны сняли. И что?
Да кто не снимал штаны на публике? Бро, расскажи про это. Дело было в прошлом году. Я переодевался на тренировку. Выйдя из раздевалки, я понял, что забыл надеть плавки. Жесть. Теперь твоя очередь. Однажды летом я выпил маминого вина. Я был пьян и позвонил к соседям. И пел у них песню «Черный котик-детектив» целый день. И у кого ты был? У тебя. И почему меня не было дома? И что бы ты тогда сделала? Что бы сделала с нашим Дзянченем? Спасибо. Чем могу помочь? Один билет на любопытство кошка погубила. Пожалуйста. Вот. Спасибо. Здравствуйте. На какой сеанс купил билет вон тот мужчина? Ну... Тут такое дело. Он мой брат. Его психологическое состояние нестабильно. Мы с мамой приглядываем за ним. У меня нет. Хорошо, выбирайте место. Это. 25 юаней. Спасибо. Вы такая красивая. Извините. Спасибо. Меня тошнит при мысли о том, что буду выступать на сцене сегодня днем. Не бойся. Что бы ты ни сказал, я буду аплодировать. Разве у тебя не соревнования? Ага. Да что с тобой? Кажется, что у тебя мозг перегорел. Вчера я была на свидании. Как прошло? Рассказывай. Ты чего? Я так волнуюсь. Хочу в туалет. Хватит прятать голову. Ты что, страус? Расскажи речь мне. Результаты экзамена имеют значение лишь для учеников. Чего? Результаты экзамена важны? Я так нервничаю. Я хочу в туалет. Ха-ха-ха!
Хорошая работа. Здравствуйте, тренер Ву. Мы репортеры из Urban Sports. Мы бы хотели взять интервью у Боба. Простите, не сегодня. Пап, мне пора. Все-таки опоздала. Что ты делаешь здесь? Тебе лучше? Это твоя вина. Подмешала таблетки для похудения в напиток. Осторожней в следующий раз. Вопрос к оппонентам. Вы хотите учиться в университете? Важны ли для вас хорошие оценки? Вы полагаете, что посещение университета – грант светлого будущего и успеха? Мы считаем, что посещение университета не может... Не так. Если ты поступишь в университет, то можешь и не быть успешным. Тоже не то. Тот, кто многого добился и в юности имел хорошие оценки. Например, Дзянь Сюэсень, повелитель воздуха, Тун Диджоу, отец клонирования, Джу Кэ Джэнь, основатель фонологии и так далее. В юности они все были в топе лучших учеников. И можно прийти к выводу, что оценки значительно способствуют становлению успеха. Что ж, второй оппонент. Каково ваше мнение? Мы думаем... Мы считаем... Мы думаем... Позвольте привести пример. Думаю, мы все прекрасно знаем нашего Ву Босуна. Какова его средняя успеваемость? Сегодня утром мы получили результаты теста по математике. Он получил лишь 5 баллов. Но за сколько он проплывает 100-метровку вольным стилем? 50,84 секунды. Сколько раз он становился национальным чемпионом? 27 раз. Вы все можете быть лучше его в учебе. Но кто уверен, что сможет стать успешнее него в будущем? У каждого есть области, в которых он силен, и в которых нет. Судите о человеке по оценкам очень... Однобоко. Однобоко. И мы считаем, что результаты экзамена не определяют, подает ли человек надежды или нет. Определить свое будущее может только сам ученик. Ву Босун, ты 27-кратный национальный чемпион? Нет, всего лишь 7-кратный. В чем дело? От него разит алкоголем. Я
哪里会让我停下？别管它，被怀疑，被打压，静下来听心底的回答。是什么失去了心会痛？你明白呀？告诉我这是梦吧，是我的梦话。 描绘未来的那个充满我爱的事的假梦里，所有挣扎破除了牙。你在哪里微笑看我，温柔地说来吧，别害怕。 满腹辛劳，满后喑哑，初心燃一路芳华。告诉我会实现吧，是我的梦话，描绘未来的那个装满我爱的所有的假梦里。 所有磨难开出了花，你在哪里微笑看我，温柔地说来吧，别害怕，温柔地说来吧，别害怕。